Алис компания представляет. А что это такое? А это что? О, вау, ух ты, мне нравится. Ничего себе. Поехали. Здравствуйте. Сегодня я познакомлю вас с игрой «Игрушки пополам». Производитель УАО «Радуга», разработчик «Малыш» и компания «Город Киров». Круто. Эта игра направлена на развитие логического мышления, расширение словарного запаса, развитие внимания и памяти. Ой, как интересно. В игре 26 карточек. Первое задание для детей – это сложить из частей предметы в длинную цепочку. У меня такого нет. Ничего себе! Прикольно! После того, как дети научатся составлять целые из частей, им предлагается найти логические связи между предметами. Например, мышка и сыр. Мышка любит сыр. Сыр и бублик. Это еда. Классно! Бублик и спасательный круг круглой формы. Спасательный круг и кораблик. Очень интересно. Спасательный круг есть на корабле. Корабль и рыбка. Эти предметы плавают. Рыбка и кот. Кот любит рыбку. Кот и домик. Кошка – домашние животные. Мне нравится. Надеемся, что наша игра доставит удовольствие вам и вашим малышам. Очень классно. Спасибо за внимание. Конец. Малыш компания. Представляет. А что это такое? А это что? О, вау, ух ты, мне нравится. Ничего себе. Поехали.